Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Онака. Винтажная керамика СССР и босоножечки на мне. Перед вами небольшой набор, два горшочка. Покупала в комиссионном магазине для запекания. Уже готовила жаркое в этих горшочках. Они крупные, с ручной росписью. У меня таких три. Босоножки. Босоножки фирмы Баскони. Покупала в магазине под каблуком. Они открытые, по типу вьетнамки. Очень удобные. С золотой фурнитурой. Застежка у них практичная, удобная. И легко ее застегивать, легко ее расстегивать. Кувшинчик для кваса покупала моя мама в советский период. Продавался с крышкой и двумя кружечками для кваса. К сожалению, кружка и крышка утрачены. Ну а сам кувшинчик в идеальном состоянии. Мы его в пищевых целях не используем. Я наливаю воду и поливаю цветочки из него. Он мне нравится в интерьере. Теплая очень вещь, ручная работа. Там есть и клеймо, и цена. Еще одни босоножки. Это фирма ЭКО. У них другая классическая застежка. Тоже очень хорошо открывается и закрывается. Чем характерна ЭКО? Обувь удобная. Обувь антистресс, антишок. Мягкая, кожаная. Тарелочка под пельмени. Был набор. Дарила подруга, ручная роспись. Их у меня было 6 этих тарелок и одна большая чашка для пельменей. Тарелочка эта не крупная, приятная очень. Постараюсь я сохранить, у меня 3 таких тарелочки осталось. Вы видите, что и на горшочках, и на тарелочке ручная роспись. Босоножки фирмы «Саламандра», они кожаные, стразы, кристаллы, все на месте, тоже по типу вьетнамки, удобные для отдыха в жаркую погоду. Штофик или кувшинчик – это керамика, 60-е и 70-е годы. Достался в наследство от дальней родственницы. Он в идеальном состоянии, но его использовали в обиходе. У меня он находится на полочке в небольшой коллекции моих штофов. Босоножки Tamaris. В предыдущем видео я показывала их поближе. Очень удобные, каблукастые. Нравится. Это кувшинчик современный. Я его покупала, когда отдыхала на Черном море в поселке Архипа Осиповка, Украина. Пользовалась им, наливала вино. В обиходе он очень-очень приятен, этот кувшинчик. К нему продавалось 6 чарочек. Продавались 6 чарочек. Они у меня все в наличии. Весь набор в целости и сохранности. Итальянские босоножки кожаные. Сзади на молнии. Носок открыт. Каблук 10 сантиметров. Очень удобные. Подруга дарила мне вазу керамика. Это ваза из современных отделов интерьерных. Она у нас находится в интерьере, где-то в шкафчиках. Босоножки Китай. Удобные, несмотря на огромный каблук. Каблук выше 10 сантиметров. В ремонте не были, носятся много лет. Змейка и тигренок.
покупались к соответствующему году змеи и тигра. Но более 10 лет назад. Климу какое-то есть. Они тоже российские, это не Китай. Современные. Не всю я представила керамику, но как-нибудь покажу еще раз. Предыдущая пертурбация на полках меня не устроила, и я совершила новую. И мне кажется, намного гармоничнее. Все-таки розовая полка смотрится намного лучше, когда не подмешан фарфор другого сорта. А здесь выше у меня получилась такая экспозиция. Зеленые тона, желтые тона. И вот такая вот полочка. До встречи. Увидимся. Не стареть, не болеть, не унывать. Сохранять бодрость духа, грацию и пластику. Пока!